тримається на моді, так як завжди присутня на світських вечірках. А Тетяна, як стиліст і дизайнер новоспечений, вона 100% професіонал вже саме в цій справі. Дівчатка, розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні одяглися саме так? Наверное, такое настроение. У меня на самом деле все карты спутал Андрей Фомин. Андрей Фомин, значит, мне Лена Голец подарила невероятный плащ, дала свою красную шляпу, одела свои перчатки и сказала: «Больного, я хочу тебя видеть приличной женщиной». Я говорю: «Я пойду приличной женщиной». Значит, Фомин мне позвонил: «Я буду в английском стиле, я приезжаю, мы должны быть вдвоем, ты должна быть готической женщиной». Готическая женщина, осталась я. Стала Таня. Я предлагаю к Юле Айсе. Она говорит: «Сумасшедший смокинг, вот такое вот здесь черное жерелье. В общем, секси-пепси, ноги отсюда». Ну, такое, от коренного зуба. Я все это меряю и думаю, что это, конечно, очень красиво, но, наверное, слишком неприлично. Звонит Голец и говорит: «Ты идешь в моей красной шляпе». Я понимаю, Айсина Голец. Стилисты бьются за то, чтобы отсудить ты. Боже, что делать, куда мне деваться? И я решила, что все-таки вот быть такой скромной, элегантной, без... всяких каких-то прибамбатов. Світлана, але ж мені здається, що за цим плащем щось от скрите, щось сексуальне. Да, дійсно, щось скрите. Скажіть, а як ви обычно вот, в повседневной жизни подбираете свой образ? Ну вот Татьяна мне помогает. Да? Помогаю, потому что Светлана моя подруга, я стараюсь как-то какими-то подсказками всегда быть с ней рядом, и мы всегда с ней перешептываемся. Скажите, а вы вдвоем не обсуждаете девушек, как кто одет? Я иногда вот, признаюсь, я очень обсуждаю. Мы мужчин обсуждаем, а девушек мы не обсуждаем. А девушки как-то нам менее интересны. А какой аксессуар должен быть вот у мужчины всегда? Чувство достоинства. Скажіть, а чому ще серед про чоловіків вже заговорили? Чому ще серед модельєрів так багато геїв? От просто як не подивишся, стиліст. Чому? Такий тренд, наверное, не знаю. Так це теж модно. Я знаю. Модно вже. Я знаю, я провела огромные исследования по поводу всех. Отлично, очень интересно. Дело в том, что когда человек влюблен в другое существо, например, ну, женщина в мужчину, мужчина в женщину, у него работают два полушария. А когда мужчина влюблен в мужчину, у него работает одно полушарие. Оно не занято страстью, например, в женщине. И вот эта часть является творческой. И все, что не занято любовью к женщине, отдается на творчество. Поэтому так много вот этих самых талантливых мужчин-геев. Тетяна, от читаючи інтерв'ю різноманітних дизайнерів, вони всі стверджують, що людина, яка цим займається, стиліст, дизайнер, вона має знати історію моди саме. Ви можете з цим погодитись, чи це не обов'язково? Все, що твориться зараз, все, що буде твориться чуть позже, це все-таки задатки того, що, зная історію, буде твориться будущее. Обязательно нужно знати історію моди. Я, як історик моди, можу об этом точно сказати. Нам настільки цікаво, і тільки вот эти знання породят нову моду. Ну, я думаю, що нова мода сьогодні не народилася, а все ж таки... Це хорошо забите старе. Так. Це те, що ми вже забули, але зараз народилася, але з новим ім'ям, якщо так можна сказати. Чому всі дизайнери зазвичай повертаються до минулого? Тому що все геніальне. Словами вольнула, Світлана, говорю, все геніальне було создано вже. Просто зараз повертається. Ремікс, так музики. Вообще все ремикс, абсолютно все ремикс. Наша одежда. Например, я сегодня в стиле Дольче Вита Софи Лорен, да? Таня в стиле... Готический рок. Готический рок. То есть, ну, все в каком-то стиле. Оля Полякова пришла в украденной маске от Леди Гага, да? То есть, ну, как бы все уже было. Все уже было. Ну, будемо надіятися, що ще народиться багато-багато іншого, але так класно скомпонованого. Я думаю, що взагалі тут нічого нового не буде, будуть просто нові технології. Буде якесь плаття, якийсь чіп тут, да, вмісті телефону, да, який міняє там твій халат на вечірнє плаття. Да. Ти такий собі гардероб на вулиці. Да, я думаю, що все буде йти від нових технологій, від нових матеріалів, тому що мир уже всім присутився. І взагалі мир моди – це 20-й век. Но сейчас, я думаю, нас ждет что-то интересное, а это именно подарок мужчины своей любимой женщине, талантливому дизайнеру.